А следующими нашими гостями, честно, я абсолютно не ожидал, это решилось, можно сказать, в последний месяц. У нас будет осетинская волынка. У нас гости из Владикавказа, ребята. Группа Кона выходит на сцену. А если быть точным, я тут себе взял памятку. Сейчас скажу, ансамбль осетинского аутентичного песнопения и старинных музыкальных инструментов имени Саслана Моурауа. Вот. Я выговорил. Так что встречаем. Давайте поприветствуем посетителей. Они ехали к нам. Добрый вечер. Рады присутствовать здесь и видеть вас тоже. Большое спасибо организаторам фестиваля и лично Александру Караваеву за то, что позволил поучаствовать, представить осетинские народные инструменты. Я понимаю, что есть интернет. Все те, которые хотят что-то узнать, могут просто загуглить. Но, как говорится, живьем слушать всегда приятней. И сегодня мы привезли свои народные инструменты. И хотим начать с колыбельной, которую исполнит... Что? Да. Мы пока вас усыпим, а потом разбудим. Поехали. Thank you.
Ну теперь очередь нашей Волынки, которая называется «Лалы Младенс». Кстати, песню, которую он будет исполнять, это шуточная песня. И дам вам небольшую подсказку, вы можете петь вместе с нами, а слова очень простые «Ой-ой, Чепина». Чепина, спасибо! Ой-ой, Чепина, ой-ой, Чепина. Ой, ой, Чепина, ой, Рина Чепина, ой, ой, Чепина, гадя комнавали, пусть поздоровали, ой, ой, Чепина, ой, Рина Чепина, Чепина не нахожу, Чепина не нахожу, ой, Рина Чепина, Чепина вам чина кана, у меня куда мала, я уж подмалила, я гаху не махаса, Спасибо.
Спасибо. Песню про нашу родину, про любимую Осетию. Я не знаю автора, но автор желает, чтобы Осетия процветала, чтобы
Никогда Осетия не знала войны, только мира, добра, счастья, чего я желаю всем вам. Станцевать можно станцевать попозже.
мы сыграем мелодию для танца хонга, танец приглашения, когда юноша смотрит на девушку и видит, хорошая будет жена или нет. Сейчас посмотрим. Да тут сразу все понятно. Это выясняется в танце, поэтому... Готовы, готовы. Вызов принят. Thank you.
действительно спасибо огромное нашим друзьям ансамблю «Кона».